Дети, доставайте попкорн и слушайте историю о космическом викинге Торе Одинсене. Он был не обычным человеком, а богом. Устав спасать планету Земля, Тор отправился в новое приключение. Он пришел в форму, пахал как вол, потел, худел. И в итоге вновь обрел титул. Как единственный неповторимый Тор. Поторопился я. Джейн? Давняя бывшая. Сколько прошло? 3-4 года. 8 лет, 7 месяцев, 6 дней. Плюс-минус. Чувства проснулись? Еще чего. Богов всегда заботит лишь одно. Своя шкура. Так услышь мою клятву. Все боги умрут. В июле. Признаться, я был очень впечатлен тем, как ты билась. Это мой первый злодей. Первых не забывают. В богов. Мы верим. А ты не такой, как другие убиенные мной боги. Я знаю, ради чего сражаюсь. Тор. Любовь и гром. Выясним, кто ты. Долой маскарад. И... Ну это уже слишком! Так мы поможем? Обязательно. Будешь? В июле.